Тренинги по формированию лидерских качеств, волонтерству, психологические тесты и мастер-классы по проектированию и планированию, спортивные игры, квесты и флешмобы – это и многое другое ожидало участников очередного проекта школы обучения актива «Лидер». Здесь собрались ребята из разных уголков города и области, которые упорно трудились целый год, проявляя свои лидерские качества. Словом, делали все возможное для того, чтобы попасть в эту школу. В число счастливчиков участников вошли активисты Белорусской республиканской пионерской организации, члены БРСМа и волонтеры. Конечно, самые активные ребята из регионов нашей Брестской области. Школа «Лидер» у нас это уже такое мероприятие, которое проводится на постоянной основе. Мы понимаем, что в приоритете организации это именно выявить таких детей, ребят активных, которые еще сейчас обучаются в школе, затем они пойдут в вузы, затем они придут на предприятие. Местом проведения стал палаточный городок, подготовленный 38-й отдельной десантной штурмовой бригадой на полигоне Брестский. Возраст новоиспеченных лидеров варьировался от 13 до 16 лет. Главной задачей организаторов было подготовить для ребят увлекательную культурно-досуговую программу, выявить и развить лидерские способности каждого, не забывая о самом главном правиле. Вне зависимости от личных достижений и качеств лидера, прежде всего нужно воспитать хорошего человека. А помогает в этом активное участие в различных патриотических мероприятиях. Демонстрируются основные виды вооружения, военной специальной техники, которая стоит на вооружении 38-й десантно-штурмовой бригады. Для них были созданы идеальные условия, чтобы воспитывать эту молодежь в духе патриотизма, любви к родине. Они изучили, как можно разбирать, собирать автомат, снаряжать магазин и ленты с патронами. Также воспользовались средствами связи, увидели возможности передвижного информационного центра. Участники раскрывали свои таланты, проявляя способности в различных конкурсах и спортивных турнирах, демонстрируя вокальные данные и хореографическое мастерство, а также удивляли зрителей музыкальными композициями, которые создали специально для этого мероприятия. Что будет за честное, загадывать не буду. Во всем я готова страну поддержать и землю родную трудом прославлять. Положительные и искренние отзывы ребят долго ждать не пришлось. Девиз участников – активный отдых, выбор современной молодежи. Поэтому лидеры отмечают, что подобные школы очень важны для молодого поколения. В характере каждого человека какой-то стержень вырабатывают. И лидер – это не обязательно же там, что зазнайка какой-то, нет. Наоборот, может, кто-то раньше был каким-то стеснительным человеком, приехал сюда, понял, что далеко неплохо высказывает свои мысли, и при этом обрел какое-то качество как лидер. Первоначально даже еще думал над тем, ехать или нет. Сейчас же уже, если бы я не поехал, я бы, наверное, очень сильно себя винил за это. Потому что здесь я нашел очень много хороших друзей, просто хороших людей, не обязательно даже из Бреста, просто из Брестского района, Брестской области. Я с удовольствием приеду сюда в следующем году, если будет такая возможность. Организация таких социальных проектов помогает ребятам раскрыть свой потенциал и расширить кругозор, найти новых друзей, завестись хорошими, полезными привычками. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.